Здравствуйте, уважаемые зрители. Продолжаем делать нашу тарелку. Сегодня я хочу сделать внутреннюю часть, внутренний рисунок. Это дерево. Я его поставлю на быструю перемотку, чтобы вас сильно не утомлять. Но если что-то будет важное, то, что я не рассказывал, я обязательно это прокомментирую. Буду использовать обычные инструменты ArtCAM, редактирование векторов, точек. Вот. Ну, то, что я делал с гусиными лапками или с вот этим кантом. Приятного просмотра!
Ну что же, я закончил моделирование нашего дерева. Вот как оно выглядит теперь у нас. По-моему, получилось неплохо. На это у меня ушло примерно 50 минут. Старался, конечно, придерживаться оригинала. Ну и кое-что добавил сам. Самое главное, чтобы инструмент, которым вы будете обрабатывать, правильно подобрать инструмент, чтобы он сделал все вот эти мелкие детали. Вот. Ну что же, на этом я это видео заканчиваю. В следующем видео я буду применять методы обработки, подбирать инструмент, режимы резания и сопутствующее всему этому. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.